В эти выходные многие районы республики провели праздники песни и труда. Во всех муниципалитетах Акатуи нынче посвящают Году культуры, и это отражается на концертной программе. Хотя собираются не только ради торжества, для того, чтобы подвести первые итоги, в том числе и весенней эстрады. Насколько успешно она завершилась в Чебоксарском и Маргаушском районах, оценил глава республики. А тему продолжит Дмитрий Ковалев. Когда на полях все посеяно и все посажено, аграрии берут небольшой отпуск, чтобы отпраздновать успешное окончание весенней эстрады. Труженики района поработали на славу и завершили сев зерновых культур вовремя. А сразу 7 сельхозорганизаций попали в число 100 лучших по республике. Теперь в муниципалитете надеются собрать большой урожай. И даже когда над поляной, где проходят торжества, появляются тучи, это называют хорошим знаком. После засушливой весны дожди посевам просто необходимы. Урожай в целом, который сегодня на полях, зреет неплохой. Но наша задача вместе с вами – работать над уходом. Но на году и в Маргаушах свои достижения на показ выставляли не только аграрии. На целый день здесь разместились местные мастера декоративно-прикладного искусства. И все они показывали гостям, чем славится их район. Некоторые исполняли задорные песни и также артистично демонстрировали забытые обряды. Некоторые предлагали испробовать вкуснейшие блюда, а кто-то умудрился превратить свою палатку в настоящую галерею картин. Их вышивали рукодельницы из села Шатьмапоси. В свободное время они стараются собираться в местном клубе. Там кто рукодельничаем, кто вышивает, кто крючком вяжет, песенки поем. Славится Маргаушский район и своими кулибинами. Все они встретились на одной выставке в честь праздника Агадуй. Силы инженерной мысли не знает границ. Мастера собирают сами и небольшие автомобили, и даже трактора. А вот бывший механизатор одного из колхозов сконструировал универсальную машину. Она и картошку пропалывает, и сено косит, и даже дороги зимой от снега очищает. Железный конь на ходу уже почти 10 лет. Работа для него находится всегда, особенно летом. Скажем, кольца надо пускать, колодезные кольца большие, да? Вот эти кольца пускаю сразу. И нет там лебедки. Главными героями праздника стали и легкоатлеты, которые одержали победу на чемпионате России по спортивной ходьбе. Трое из них – уроженцы этих мест. Вера Соколова признается, что когда сражалась за медали, думала о своих земляках. Вдвойне приятно принимать поздравления именно от них. Было очень много болельщиков с моего района, с Маргауш. Всем огромное спасибо. Их поддержка очень помогала мне по дистанции. На Агадуе в Чебоксарском районе тоже чествовали лучших из лучших. Награды получили сельхозтружники, учителя и работники заводов. Глава республики отметил, что именно кадры являются золотым фондом этого муниципалитета. И они должны стать основой успешного развития. Потенциал у района огромен. К примеру, аграрии каждый год увеличивают площади посева. Дмитрий Ковалев и Антон Вовк. Республика.